Команда «Маска». Благодарю вас, дамы и господа. А теперь настал тот самый момент, которого вы так ждали. Папа, ты думаешь, у него получится, и он сможет сделать так, чтобы статуя исчезла, да? Сейчас увидим, сынок. Скотт, а это не опасно, а? Тссс. Когда я щелкну пальцами, загорится свет, и статуя исчезнет. Приготовьтесь! А теперь, с вашей помощью, мы вернем статую обратно. Прошу всех скрестить пальцы. Не может быть! Что? Что? А где? Как же так? А? Что же такое? В чем дело? Постойте, здесь что-то не так! И так и не должно быть! Где статуя? Еще раз? Шеф, ее и правда нет! Что? Ну что, Гудини, идем с нами. Меня зовут Вандро. Это какая-то ошибка. Да, ее совершил ты. Это тоже входит в программу. Тибоб, это все ты виноват. Ты должен был скрестить пальцы, а не свести глаза. Нет, сынок, Боб не виноват. Я думаю, это чей-то злой умысел. Пожалуйста, садись. Вы пока прогуляйтесь вдвоем. Только ни к чему не прикасайтесь, понятно? Конечно, папа. Идем, Тибоб. Я так рад, что ты пришел лично, Мэтт. Мы были на представлении, когда это случилось. Это ужасно. Подобный случай поставит весь свободный мир в неловкое положение. Мы не можем допустить, чтобы с таким важным символом свободы что-то произошло. Статую нужно обязательно найти. Я сделаю все, что смогу. Есть еще одна проблема. У нас нет никаких версий. Фокусник утверждает, что невиновен. Неужели это был трюк? Да, ты прав, Дуэйн. Я сейчас покажу тебе, как это происходит. Дуэйн. Сейчас эта кофейная чашка исчезнет прямо у тебя на глазах. Но ты должен наблюдать за этим вот отсюда. Это зеркало? Да, двустороннее зеркало. Вот, смотри. Как ты это сделал? Очень просто. Используя свойства двустороннего зеркала, мы изменим угол отражения света, и ты увидишь предмет, которого на самом деле здесь нет. Понятно. Значит, этот фокусник? Тот, кто похитил статую, знает, как действует этот прием. Я уверен, что статуя все еще здесь, в Нью-Йорке. Папа, иди сюда, посмотри. Не сейчас, сынок. Нет, папа, ты посмотри. Статую свободы показывают по телевизору. Это может показаться невероятным, но мы с вами видим статую свободы, которая совсем недавно исчезла. Этот сигнал мы получили из штата Айова из неизвестного источника. Однако в его подлинности сомнений нет.
Пришло время поработать маске. Срочный вызов. Собрать агентов для выполнения задания. Начинаю подбор персонала. Брюс Сато, инженер-механик. Кодовое имя Рино. О, нет! Дасти Хейс, водные средства передвижения. Кодовое имя Гейтер. Извини, я забыл часы. Ау! Бадди Хокис. Специалист по разведке и маскировке. Второй пилот Крекера. А? Ой. Глория Бейкер. Чемпион по шоссейным гонкам. Черный пояс по кунг-фу. Номер 18, Глория Бейкер. Она лидер гонки. Сможет ли она победить? Если бы я сам не видел, не поверил бы. Давайте посмотрим. В чем дело? Что происходит? Это ловушка. Им придется поработать. Держись. Я так и знал, что это дело Мейхема. Я помогу вам с воздуха. Есть цель. Сейчас закорочу все твои приборы. Мне лучше убраться отсюда. Я ожидал, что Мейхем окажет более серьезное сопротивление. Они знают, когда их ждет поражение. Я не хотел пропустить такой спектакль. Маска клюнула на нашу удочку. Только приманка и крючок. Да, будет нелегко доставить эту даму обратно в город. Постой. Не обязательно быть рыбой, чтобы пахнуть как рыба. Что это значит? Спектрум, старт. О, нет! Это западня. Аура, защитный экран. Старт! Все отлично. Нас едва не поджарили, как попкорн. Вздор. У них печка слишком холодная.
Это первые початки юмора, Бадди. А вот оно что. Эй, идите сюда. Это генератор голограмм. Мэйхэм заставил нас поверить, что статуя находится здесь. Зачем ему понадобилось затевать все это на поле с кукурузой? Умная птица прячет свое настоящее гнездо. Как это понимать, приятель? Ну, конечно. Брюс хочет сказать, что Мэйхэм специально заманил нас сюда. Понятно. Это значит, что статуя, вероятно, до сих пор в Нью-Йорке. Ему нужно выиграть время. Мэтт, Мэйхэм только что потребовал выкуп за статую свободы. Я так и думал. Какие условия? Если через 3 часа он не получит $3 миллиарда, они взорвут статую и покажут это по телевидению. На весь мир. Мы скоро будем. Конец связи. 3 часа? Мы едва успеем вернуться за это время. Нужно успеть. Так, а сейчас сверим наши часы и начнем отсчет. Старт. Время бежит так быстро. Такую большую статую не так-то просто спрятать. А? Что это? Говорит Брюс, прием. Да. Компьютер выдал карту залива. Посмотри, ты видишь красную линию? Несколько лет назад здесь прокладывали тоннель для метро. Но финансирование прекратили, и его так и не закончили. Значит, здесь есть тоннель. Так вот, почему никто не смог найти статую. Это здесь, Бадди. Ты идешь в туннель. Я надеюсь, что ты сможешь вовремя разрядить все бомбы Мэйхэма. Скоро буду на месте. Мы должны найти Мэйхэма. Ладно. Определить возможные координаты группы Мэйхэма. Некорректные данные. Повторите. Мэйхэм не допустит, чтобы его поймали в этом туннеле. Он выберет самое большое и самое высокое. Сканировать центр мировой торговли. Надо торопиться. Времени почти не осталось. О, нет. Брюс, как ты? Все в порядке. А ты? Отлично. Похоже, дальше мы с тобой не пройдем. Я надеюсь, что Крот поможет нам прорубить туннель. Крот, на старт. Эй, подожди меня. По-моему, здесь тупик. Но где же статуя? Смотри. Бомба с часовым механизмом. Куда мы попали? Не может быть. Так и есть. А? Мы внутри статуи. У нас всего 10 минут на то, чтобы разрядить бомбы. Я буду внутри, а ты осмотрись снаружи. Разворачивайся. Разворачивайся.
Это радиоуправляемый дистанционный пульт. Глория, твоя аура может перехватить радиосигнал? Конечно. Мейхем хотел взорвать статую с помощью дистанционного пульта. Аура, режим перехвата радиосигнала. Для такой крупной статуи такого количества энергии недостаточно. Глория, ты можешь увеличить поток? Аура, повысить напряжение. У меня небольшой запас энергии. Я не знаю, как долго смогу продержать защитный экран. Осталось всего несколько минут. Я знала, что они не заплатят выкуп. Я все равно взорву статую. Они должны знать, с кем имеют дело. Маска? Я думал, что ты расправилась с ними. О, нет! Не так быстро, Мейхем. О, нет, он включил детонаторы. Глория, ты должна еще немного продержать силовое поле. У меня осталось немного энергии. Поторопитесь. Надо остановить эту торпеду. На этот раз я не промахнусь. Старт! Я закончил. А как у тебя? Еще в одном месте. Скорее, ребята! Я продержу защитный экран еще несколько секунд. Времени нет. Маска Глории раскалилась. Лифтер — наша последняя надежда. Глория, когда я подам сигнал, отключай экран. Время истекло. Они ничего не смогут сделать. Давай, Глория. Лифтер, старт. Что? Только не это! Все в порядке, Глория? Все хорошо. Мы еще встретимся, Маска! Скотт, ты такой серьезный! Дамы и господа, сейчас я попытаюсь сделать так, что мой помощник исчезнет прямо у вас на глазах. Попытаюсь! Здесь так темно! Я хочу к маме! Сколько раз я тебе говорил, у роботов не бывает мамы. Помогите! Помогите! Абракадабра! Я разбил волшебное зеркало. Ой. Только этого мне не хватало. 7 лет невезения. Ha 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 ha